Ну, чтобы быстрее всех персонажей, конечно. Но наши локи, видишь, они никогда почему-то не идут первые. Наши локи. Пиздюлей. Хотят пиздюлей получить. Кто знает, сколько репы за лича дают? Так же, как за обычных? Да. Говорят, что там за лича еще потом в конце дополнительно сколько подают. Это все наебало. Ну нет, у меня оставалось раз репы 2000, и у меня кольцо сразу же, но репа сразу же апнулась. Браска, ты запарил нидить? Вчера нидил, сегодня нидишь. Ну, вот нахуй, да нет. Радка, еще несколько раз такую фигню заметил. Ты сейчас за гильдией ходишь. Ты пыли, как и все. И как будто самый умный. Бля, может ему надо. Так-то всего надо. Неважно, так-то если не надо. Но он для теста потом этот потестит, может быть, заменит. Угу. Надо для теста. Лёня, тут? Да, он православный. А чё комбат висит? Куда идёшь? Шутки согрели. Нету комбата. Не знаю. А сейчас? Ты меня похилил, а я же ползаю. На мне комбата нет, на тебе есть. Ну я тогда сейчас всем комбат сделаю. Не сделаешь. Я всех хилить и бафать буду. А никому не вешается комбат из-за этого. Это тебя должен кто-то бафнуть, чтобы на него вывесился комбат. Кто-нибудь бафнет меня? О, все. Вот я тебя бафну. Видишь, на мне комбат? Зум. Да. Сейчас, 5 секунд. Да, да. Так. Хоба, нет комбата. Ну, это... Ужас, это не шанс. А кто у нас танки? Петя на этого босса и похвала. А? Петя, пожалуйста. Ты-то хоть умеешь делать? Помимо Пети-то нужен еще танк. Нахуя? Ну, похвала на второй танк. А Пети как будет с гранью танчить? По-моему, не обязательно же грань, по-моему, надевать. А, обязательно. Петя, мы бой. СПД кинь, пожалуйста. Вот, спасибо. Ну, значит, не Петя второй танк, то другой будет танк. А в чем проблема во время боя переодеть пухи, я не понимаю. В чем проблема? Ну, и что? А когда сидишь ты в гребаной Обаме, тебе не нужны пухи от лова вовсе. И квест делается в Обаме, а не на профе. Ну да, там это тоже, насколько помню, делается в Обаме. Ну все, нет проблем. Там главное не сдохнуть. Там главное за 6 секунд, да, главное за 6 секунд убить ебаного босса. И перевести его тогда, когда надо перевести. То есть накопить 100 райги, убить последнего слизняка, активировать грань, перевести, добить. Не, самый ёбнутый квест — лава, блядь. Там чисто... Ну, не очень хорошо, наверное, чтобы просили. Да, да, там все... Ладно, пошли, пошли, пошли. 4, там, да, Петя? Да, 4 укуса сделать. Блядь, а я в ПВП-спеке, ёбаный рот. Ну, у нас как раз-таки ДПС вот по 4 укуса и хватит. Там главное, что меня прохилили, в общем, фишка. Я там под сопротом буду. Я могу упороться, типа частицу повешать, вы еще одного хп успехнется. Беремся. Женя тоже нормально курит. Мастер вообще не все маленький. Ну ты понимаешь, сосредоточиваться на одном человеке, это вайпрейдер. Ну, второго имею в виду. Ты сядешь тупо на печь и все. А остальные будут на рейде. Понял.
Ну, проблем нет. Да, прозвучало так. Сейчас надо будет сделать движуху такую. Сесть в стол в Обаму, да, наставить ему рагу, а потом запулить босса. Хотя бы чуть-чуть. Ну, хотя и... Когда сядешь в Обаму, босс запулится сразу, по-моему. Нет. Они отдельно все. И Обама, и босс. Мы же на второй фазе будем, ну, шеем заряжать. Перед третьей, то есть там на 35... Там же таймер. Так, смотрите, там 35% перевод на третью фазу, так? Не 30, да, а 35, да? Вот, на 37-38% уползает последний слизнюк, я в него плюю, допиваю лужу и заряжаю шеем. Убили слизнюка, перевели босса. Аня, возьми не додешные фаски. У меня они уже в сумке. Окей. Я на следующей неделе на выходные точно все уеду. На 9 мая. Ну хорошо. Ну что? О, блядь, где Дорня? Короче, по тактике все то же самое, как и было для всех. РДСники всегда бегают за мной. Всегда бегают за мной. В чем отличие по факту? Отличие в том, что у Пети должно быть 100 раги, поэтому... Маша, когда будет у босса где-то 40%, ты должна будет все свои скиллы по КД. Восстановление, омоложение, буйный рост всегда тут по вами закидывать. Потому что это очень важно, чтобы восстановить ему рагу. Петя скажет, когда он готов будет. Мы переведем босса. Он должен будет нажать обилку, и мы должны будем перевести босса. Дайте обмен за фласками, с подэшками их кап поставьте, Леонид Симон. Че, физики к тебе много подходят? Прилично. Че ты к тебе? Эндура уже разработана. Он начинает подошел. А если я тут ни разу не был, что делать? Что? Если я тут ни разу не был, что делать? Ну, пасти лежать. Хорошая, мне нравится. В лужу зайти умереть, да? Ну так. Да, он шутит, не слушай его. Тебе же тактику рассказали, расскажешь. А теперь, апокалипсис, у меня к тебе вопрос. Ты какого хрена Глору забрал на ПВП? Я на ее забрал, еще один. Я не могу выбить эти шмотки, чтобы ее одеть. Потому что мне с ней перекап идет. Чего не докап. Сейчас Саня как раз забей на лобу. Короче. Какой хуйней не занимаемся? Ты забрал гору по факту у одного человека. Я видел, что у него сила камня вставлена. Я знаю. Если такая... Мне надо поменять одну или две шмотки, чтобы у меня был полностью кап с ней. Если я ее ставлю, даже я поставлю до нее камень на РПБ, мне не хватает все равно немножко РПБ. Тогда такой вопрос, нахера ты ее забираешь и забираешь у других людей, по факту? Чтоб потом не мучиться. Потом... У кого фласки? У кого фласки на АП? У Сацуны. Это так не будет работать. ПВП это ПВП, на ПВП потом отдельно будете ролить шмотки, когда все заберут то, что надо. Блять, на ПВП я в гору пою, мне там забрал. В чем тут ПВП, не ПВП, он же вроде за ИП ее забрал. Не важно. В ПВП, а он вообще этот меч не нужен, он с мастерством. Разговор, я тебе еще раз говорю, он его не использует сейчас. И по факту лежит меч мертвым грузом. Топовая шмотка лежит, которая могла бы уклонить паладина. Ну, я тоже шмотки некоторые сразу не надеваюсь, они не по статам. Так нахуя ты их сразу забираешь туда? Вот этот вопрос. Если ладно, они тебе там потом нужны будут, там через неделю понадобятся. А если они тебя будут полгода лежать, ну какой смысл забирать такие шмотки? Да фигня будет караться. Сразу замечу, буду. Ты думаешь, у нас все, которые шмотки берут, сразу их одевают? Нет. Консул лут. Я за консул лут. И ПГП говно. И ПУ говно.
Консулу, консулу, консулу. Не отвлекай. Ставим за рыбу. Не-не, консулу это плохая идея. А, я думал референдум у нас сегодня, блядь, сори. Так, РДшники все всегда за квадратиком бегают. Саша, напомни, пожалуйста, как Юрий водил босса. Он его сначала держал у стола, потом под зеленым вел, правильно? Держит босса. Держит босса, появляется лужа, уводит трусы. Да, трусы. Mm-hmm. На первой фазе также, в принципе, его уводит здесь возле трусов. Потом получается. К стеночке колбу отводить и все, да? Да, на второй фазе бежишь, да, вот так спиной в стену, потом перебегаешь через босса, чтобы он спиной скинул колбу возле стены. И все, и водит его между трусами и спиной. Чтоб в лужах люди не стояли. Так, ладно. Можно пахлаван, да? Так, пахлаван сейчас, будет, да, танчить, петь его. Петь бабану. Попробуй сядь бабану, по-моему. Пробуем. Насколько я помню, я зашел, и все, и спокойно меня стоял, и все. Сацуна, скибиди. Вот. Маша, закидывай ход. Кто-то бьет. Он вам бьет, вы прохиливаетесь. Я вам ухудайте. А, это гениально. В смысле, а кто меня бьет? Типа сейчас это можно накопить. Станьте только кучнее. Хотя бы половину настакать, омоложение, там, блин, рост. Восстановление бойный рост. Восстановление не работает, Сань. Восстановление не работает. Бойный рост и омоложение только. Может быть. А что это было, значит? Ну только оно что-то много не набирает. А, ну вот шанс. Ну там шанс 20%. Там шанс маленький, да. На порог две билки, я думаю, что восстановление работает. Я здесь, давайте, погнали. Пойдите просто от Обамы, чтобы бойный рост кидался именно ему, а не миликам. Да, отойдите. Да, надо отойти всем, хули вы там стали. Или Обаме отойти в бок. Все нормально, кидается. Это, кстати, бесит, когда ты кидаешь в цель, а вот у тебя на цель не вешается. Ну, блин, рост очень умная хилка. Смарт-хилк. Ну, я думаю, до полтинника доберем, а дальше не буду находить. Так, все есть. Нормально уже. 70. Поэтому подобрем. Маша пока продолжает делать дело. Будрей в НСС по Майлику закинет. Передали РД. А, не надо. Все, извиняюсь. Милики, выбегни. Куда вы через Z? Приготовили свечиться в зеленого. Свечнули все в зеленого. Мелики лицом бьют, в лицо все. Маску прокиньте. Сбежали к квадратику, ко мне именно. Кто назад отлетел? К Войду сбегите. Войд, кух, и ты стынь. Нормально. Переводим. 1%. Дальше все в квадратик РДДшники сместили. Так, Ромобой с Бутравелем по Майлику. А, блядь, подожди, 2%, сорян. Убежал, убежал. Переводим. Потом новая цель будет выбираться. По красному играйте пока чуть-чуть, сколько сможете. Только от него отбегите все. РДДшники. Печеннику перебегали. РДДшники. Мелики на красный тоже не бегите пока. Придется еще раз плюнуть. Отбежали. Отбежали все от красного. Ренессанс побежал. Лечит в печеньку. Отбежали от печеньки, пельмени лечат. Юра, не убегай далеко, вот сейчас отхилить могли. Да я хилю. Распадайся в квадрат.
мы не попали. О, не разрубимся колбы. По лужам не бегайте, милите, вы можете их оббегать. Перебежали в печеньку. Скоро зеленый появится. Все кучи не стали, РДС. Играем. Милики в лицо бьют. Все. Потом сбегаетесь ко мне. Сбегитесь. Очень опасно, Леня, играешь. Летят пельмени, сразу убегайте. Убегайте сразу. А у меня блинк есть, меня откинуло просто. Если тебя выберет, ты сдохнешь. Все, не спорь. Квадрат, встаньте. Первый закинет Боб, точнее диван Майлик, второй Вакати. По Вакати им обои зальет. Перебежали, печеньку, быстрее. Красный, по красному играем. БТ-тестера поднимите. Джекси, что ты стоишь, беги! Ну, я там умирал, меня не хилили. Укол бы поймали. Все не укол бы поймали. Отбежали, отбежали, отбежали все от красного. Есть тапки? Бабл. Нет, нет. Летят колбы, смотрите, пельмени летят. Из морда кидай бэр по бэчик есть встать? Да, да. Блядь, что за хуйня? Все, падайте. Красный очень долго умирал. Потому что милики красного не били. Всегда появляется, свититесь, всегда в красном. Че вы бегаете? Стоите. Не, обычно просто, когда около миликов проходит, тогда свитится. Потому что джипси, блин, походу здесь ни то ли ни разу не был, то ли что, куда он побежал, хрен его знает. Тут профа всегда людьми. А милики свитчаются. Так же. Блять, ждете, что вам все прям скажут. Сами голову свою включайте. Ну, я на самом деле сказал, что колбы, сколько миликов их поймало, почти все. Первый раз будем смотреть. Хуёво отвел, потому что ДБМ наебал, как обычно. Походу, я в колбы забежал, я нихуя не видел их, они в лужу стояли, блядь, и там ничего не видно было. Да, там колбы плохо скинули. Так, что непонятно, появилась лужа. Сразу свалили с лужи, не стойте вы как дебилы, чё вы бьете в лужу и бегаете через нее. Вас захилить надо. Еще раз увижу, кто отлетит от зеленого назад, Леня, это тебя касается. Будет минус ЕП. Почему? Потому что если тебя выберет в качестве цели, ты нас убьет. Ты должен отлететь вместе со всеми. Ну, а у вас что, масреса не было? Да. А почему масрец не поступит? Не достал. Кто в микрофон дышит? А я не знаю, кто дышит. Кто, сука, дышит? Бля, спокойнее, чё вы такие напряженные сразу? Ну, видишь, вайпер. Поэтому мы такие, блядь. Первый раз в жизни. Забудьте сказать, что, когда у босса будет 40%, чтобы сориентироваться. Да, я скажу. Скажу, блядь. Красные слизняки всегда приоритетом. Все играют слизняков. Красный должен, вот, когда подойдет сюда, между квадратом и трусами, мильки сразу свечают. Мобой, ты где? Я тебя резал. Давайте, либо. Бля, там кто-то бежит. Не спешите вставать, надо масрец теперь. То же самое, баму вначале заряжаем.
Так, еще раз, для тех, кто здесь не был или не знает. Когда Пахлаван повел босса вот сюда, босса на фулл-рендже в лицо бьете. Вот в эту часть никогда не бегаете. Вот, вот эта часть закрыта. Тут будут колбы стоять. Также появилась лужа, не бегите, когда он и через лужу по прямой. Выбегите сбоку сразу и все. Это первый момент. Появляется зеленый, бьете зеленого всегда в лицо. Сразу он летит, там выбирает цель. Выбрал миликов, милики отлетели к РДДшникам. Он сбежались к РДДшникам потом. Выбрал РДДшника, бежите, бьете в лицо. Только в лицо. Чтобы отлетели строго к столу все. Потом сбегаемся абсолютно все в центр. Войд тоже тебя касается. Потому что нам приходится всем к тимге резать, потому что ты не сбегаешь. Это тоже хуже. Сбегаем все в одну кучу. Тебе не сбегал сейчас, вот тебя выбрало в качестве цели. Ты стоял отдельно. Далее, я, выходит красный, РДДшник и сразу все, тихо. Я спорить не буду, еще раз. Есть, если ты записывал, сам посмотришь. Ты стоял отдельно и не сбегался. Короче, нет, перебиваем. Так он меня выходит красный. Ты будешь сейчас эту хуйню говорить, ты, блядь, вот здесь стоял, у тебя было время добежать, вот-вот, ты здесь стоял. Вот здесь. А мы стояли вот здесь, и было время добежать туда, ты просто стоял. Я пробежал, не надо к столу, я вот сюда к столу пробежал, мимо вас. Ой, блядь, короче, походит... Выходит красный, и РДшники сразу свечиваются в красного. Милики, когда я скажу свечиваться? Все, погнали. Иди садись. Петь в Обаму. Стойте все вместе пока. Просто Пахлаван первый ковы не показывает ДБМ. Сацуна. Давай, Ма. Так вот, первый ковы не показываются. Ты почти сразу, по-моему... Я после появления зеленого сразу к себе. Да, на второй фазе можно. Да, можешь туда сразу вести. Сейчас трага наберется, припоты тоже не забывайте нажимать. До 50%. Да кто за трагой? По похапа, минус, с минусом удашь. Молодец, минус припоты. Станьте кучнее РДшников. Полетел в РДшников, перебегали правее немного. Долго соображаете. Сместите теперь квадратику ближе РДДшника. Ну кучнее встаньте, что половина там, ну вы чё, блин? Милики к РДДшникам подбегите сейчас. Не бегите на ниду, блядь. Вы чё гоните или что? Пока не выбралась цель, никогда не бегите. Сбегите теперь в одну цель, в центру ближе. Все, добивайте, пошли бить профа. Свич это красного будем. Сейчас. Сыграли РДшники по красному. Бета-тестер побежал. Или только не убегай далеко, возле профая бегай. Ты чтоб тебя не достало. РДшники перебежали в левее. Лужа прилетела. Перевели профа. Хуёвочка. По урону. Немножко гораздо. Сейчас РДДшники все в квадрат. Паш, сразу уводи ближе к трусам его. Что? Пельмени полетят. Войд, закинь ПС-ку, если есть. Перебежали. Чего вы так долго соображаете? Все, сейчас будет колба, бейте топа в лицо. Взорвите колбы.
перебежали немножко левее. Две лужи под нами будет. Блять, не успеет. Хорошо, Полинор, молодец. Сбежали все в одну цель. Пока подбеги! Сука. Ты зачем бьешь его, пока он цель не выбрал? Он выберет себя в качестве цели, ты сдохни. Квадрат, встаньте. Перебежали в печеньку. Между печенькой и квадратом. Потому что сейчас красный появится. Играйте пока по профу. Красный появился, готовьтесь убегать. Следует вдохнуть. Эмобой побежал. Веди к проху. Милики, ведите красного, бейте тоже. Перебежали в квадрат, летят пельмени. Между квадратом и печенькой, смотрите, там в квадрат летит пельмень. Играем по проху. Что вы сегодня сделаете, блин? Милики, не стойте вы... Пиздец, вы дороги. По зеленым играем. Лицо в тебе бьют. Сбежались все. Никто не бежит, пока бить зеленого. Сбежали к комобою. Вот сейчас идите бейте. Стали квадратик. Летит в квадратик колба. РДшники, чуть левее квадратик, встаньте. Она летит в квадрат, вторая в печеньку, бегите назад. Стойте кучей, пожалуйста, квадрат. Побежал Ренессанс. К профу беги. Все по красному играем, милики тоже пошли бить красного. Юра, молодец, вот беги к профу, вот за него бегай. Только не смотри, чтобы не достал до тебя. Полетела колба, перебежали левее РДшники. Сбегитесь к квадратику. По зеленому играем. Пока милики не бегут бить, пока не выбрали цель. Сбежались. Все, идите бейте. Нас откинет, потом сразу же все убегайте, потому что летят пельмени в нас. О, квадрату подбежали. Петя 44%. Скоро красный появится. Играйте по профу. Нужно будет переводить после этого красного. Так, сейчас выберется цель. Перебежали РДСники. Из Морски. Вообще поиграли по красному. Сейчас нужно Петя Рагу восстанавливать. По профу никто не бьет пока. Смотрите, а колба подлетела. Скажешь, а как будет. Жрают, надо добивать, переводить. Переводи, переводим, быстрее. Один процент, сука, закастовал зеленого. Будем зеленого добивать. Сбежали. Вначале зеленого добиваем. Петя, отключи пока. Теперь сбежали. Куча в жопу улезать из стены. Угу. Я дали. Зеленого по зеленому сыграли. Милики все то же самое делают. Сбежались. Блядь, мастерку не возьми. Ой, бля. Нажал. Не, дело не в этом. Петь, я-то я хуёво сказал. Старайся увести его как можно дальше от нас. Потому что... Пельмени летят мгновенно. Он у нас времени не было для вырезания. А тут проблема в том, что я же тоже с вами в стене стою. Что, падаем, да? Да, конечно. Хуёво перевели зелёным. Чуть урона не хватило. Может, Герд даже стоило дать. Ладно. Ну, зарядить успел.
Дай диван кто-нибудь. На срезок. Это так не работает, Женя. Там 5 минут висит всего баб. За 5 минут нужно зарядить. Ты сначала 6 минут. Ты сначала заряди, потом плюнь следующего, и потом уже переводить. А тут фишка, что может и не настакаться. Видишь, фишка. Если я заряжу, я 100 раги трачу. Ну, так лужу-то можно растянуть. Просто раньше заряди и все. Чтоб не надеяться. И я думал, не будет зеленого. Вот, я думал, успеет перевести. Я посмотрел, там 68%, но как раз вот видели 90%. Да просто пока слизня бьют, там доты спали с него, и так быстро типа не перевести. И вставайте, у нас матрес есть. Сделаем это дело. На третьей фазе нет кубка. Не получится это сделать на третьей фазе, потому что сейчас это бам. Сейчас работает уже стол? Не отключается стол на третьей фазе. Ну ясно, сделали, значит. Блин, так бесит эта зеленая лужа от Трини. Блять, кажется, это лужа или не лужа, блядь. Ну, его... Они отличаются очень сильно, при том. Мы его быстрее 6 минут убьем, там, за 3 минуты. Так что ты успеешь. Знаешь, я бы не сказал, что хочешь. Ну, я прожму это, на 40% прожму уже, там. Плюну, напью лужу, прожму, и потом надо настакать до следующего слизняка. Короче, раньше придумал, что... Да просто растяни одну лужу, да и все, там изи. Пускай она растет. Ставьте шкаф. Нормально, нормально. Сейчас было лучше. Только бегать кучно, РДБшник. Ну, маловато сегодня урона, да. Да, дай минус 300, и по хапе он босса запулил раньше времени. Бля, чё вы? Кому-то смешно. Всё, кушайте рыбу. Рыбавки. ДПС удалил. Скиньте ДПС с этого трая и абсорб с хилом. Всё. Готовность. Сацуна, Галя. Смотрите, босса не запульте. Не забафлю никого. Давай я походу забафаю. Давай 5 садись вам. Давай, Маш. Не идите пока к боссу и петов там своих поубирайте. Можете сесть, пока рыба есть, чтобы проще хилить было. Как вариант, рыба ест, сядьте, жрите рыбу, кроме хилов. Думаю, можно начать. Когда будет там 50, я сейчас, еще разок прокнет. Все. Макс, ты продолжай дело. Полететь, приготовьтесь, но ты мгновенно убегать с этих кол. Полетела, перегзали, правее. Вот, надо все равно пока ставить. Зеленому свистнуть. Мелики в лицо бьют. Сбежали с дальца. Никто не бежит. Вот чё-то стоит хоть нему бой отдельно. Отбежали назад. Назад отбежали все. Маша кровно жмите. Ох, повезло. Так, переводим босса. Он не должен успеть выбрать красного. Быстрее немножко бустаните в идеале, только без герда. 3% успеет. Успею.
Я плюну. Джипси побежал. Сейчас от красного все отбежали, пока не выберется новая цель. Чуть подальше, РДСники, милики, пока не идут. Выберется цель, тогда играем в красного, сразу же все. Побежали. Джипси пока едет. Измотки, беги. Пельмени летят, аккуратно. Морского поднимите. Там в пельмень залетел. Ничего. Танчик, вы перебежали печеньку. РДшник. Ну, чуть ближе, хуёво печеньку поставил. Перебежали обратно в квадрат. Быстрее. Зеленому все играем. Ой, дай ПС-ку, если есть. Я буду драйвер закинуть. Окей. Пока не сбегаются милики. Добиваем зеленого. Сойди себе эти, добивайте. Дальше квадрат стали. Смотрите, пельмени летят через квадрат аккуратно. Чуть левее станьте. Квадрат. Забежали. Сейчас красный видит. Там мы сыграли, цель выбралась, миники тоже бил. Убежал Майоми, побежала, перебежали в печеньку РДСники, играем по красному. А в раске не мое. На вытаске, да, поменяла цель, почему вначале не на Йоми. Все, перебежали в квадратик, играем по порфу. Приготовьтесь, скоро будут пельмени, перебегаем в печеньку. После того, как он закастует. Перебежали в печеньку, быстрее все. Зеленый. По зеленому, да. Милики, вы куда ушли? Берете, ну. И отбейте от него. Минус дадите этому человеку. БР. Кто это был, блин? Как тут можно? Ну, Леночка, конечно. Так, Маша даст БР по Майлику. Добивайте. Смотрите, пельмень летит. Да, в пизду, блядь. Лёня, давай минусом. Залезите в лужу. Вы что делаете вообще? Жать не чует. Нихера ты туда побежал. Кое жадничает. Он до сих пор, походу, не понимает, как работает босс. Вот 100%. А там половина миликов туда убежала. Типа они вместе... Вот Пахлан пошел отводить на колбы, и милики за ним побежали, и они, скорее всего, не заметили, что зеленый... Я еще раз повторяю, появляется зеленый, сразу же в зеленого свечитесь. Леня минус. 300. Вой, дай минус 300, Леня, если попахать не было. Если отводят на колбу, за боссом можно не бегать. Что он практически сразу зеленый. Нет, за ним как бы надо. За ним как бы надо бегать, но надо следить, блин. Если ты не шаришь, то лучше не бегай. Сейчас я немножко метки перенесу, чтобы было проще. Это метки. Ближе. В трафу немножко поставлю такие. Блять, рыбы. Сейчас масс средства нет, могли бы увидеть. 300 ИП за Вайбрейда? А, стой. Леня еще минус 200. 500. Ой, крыса, нахуй, ебать, крыса. Чертильник. Чертила ебаная. 500, типа, вообще? Да.
Что там, кто-то побежал? Ну все побежали, режьте снег, ставлю рыбу. Соберитесь, ёбан. Мобой вестничий остался. Не закидывай в удрая, но сейчас поездку мне будет. Не больно она дает. А, ты афлик, тогда давай. Закидывай. Если афлик. Тогда... Закидывай. Ебани столик. Сейчас, дай рыбу поим. Лема, 5 прослав китан, дэш. А что, у нас нету, да? Ну я смотрю, у нас 2 простар шама только, а Элема вот. Нет у нас Элема, да. Давай в Элема, давай, лафнешь, разозану. А кто хила еще? Смесь, это тестер у нас. А, ну давай, Велим, можно с вами быть. Что? Сейчас возьмем. Если не трай сделаем, не убьем, возьмем допсион. На себя квадрат поставил. Реагируйте быстрее. Так, печеньку перенести надо. Сейчас 5 секунд. Печеньку далеко поставил. Бабы есть нет. Да под титаном бей. А? С руки наваливать. Пойти. Да. Миль, зону. Не, я могу, как бы я в инфуре зачарю, пойду. Да не надо, там... Да не, боль попросить не будет, если ты просто хоть потащил я денег. Да. Типа можно было бы просто надеть, чтобы в дикее бахнуть, но похуй, не надо. Все, перенес печеньку, сейчас получше будет. Так. Готовность. Начальник. Нам обои вышло. Все, иди, Петя. Мать. Где он? Все съешьте, дали куличей всем. Кроме хилов. Или рыбу жрите. Там эмобоя выкинула, пока не запускайте босса. А, он будет записываться, как будет готов. Вот ты это и делаешь сейчас. Глору достаешь и меняешь 2 желтых камня. Больше так не делаешь. Я только заметил, что у меня 2 камня желтых стоит на крит. Если их убрать, как раз не хватает. Ну, бывает. Эмобой. Эмобой. Все, норм. Погнали, пуль. Пул. Подожди, милики еще не дошли, блядь. Опять милики в жопу, блядь. Я слегка полечить колба, приготовьтесь. Сразу перебегать. Полечила одного РДД. Потому что кто-то стоял посредине. Молодец. Между печенькой и квадратом. Урона стало больше от Лема. Вот. Немного. Играем по зеленому. Стоп, милики, не бежите. Вот сейчас сбегаете. Оттолкнет, тоже ждете, пока выберется цель. Сбегите в центр. А пока вы сбегаете. Добили.
Стали. Давайте 4%. Петь не плюй. Просто готовься, человек, убегать. Должны перевести нормально. Все, хорошо. Блять. Так, в кого он бежал? Тот же человек. Умейте убегающие все влево в начале. На всякий. Не всегда в начале. Он в прошлый раз убит и продолжал бегать. Беги. Хорошо. Засунь на беги. Отлично. Перебежали в печеньку. Пельмени летят. Гимн на змеи, на ёбе, на хп. Почему вы так долго реагируете? Играй, стои в печеньке, бьём. Пока стои в печеньке. Сейчас выйдет зелёный, приготовились. Перебежали в квадрат, быстрее. Стоим в квадрате, бьем. Появился зеленый, великий, готовьтесь бить зеленого. Пошли бить зеленого. И Рави опять босса бьет. Ну, это минус еще один будет. Блять, там не я один бью, но. Ты один там был, могу видео сохранить? Все, перебежали, сбежались. Вот опять, что ты стоишь сзади там? Все, в квадрат встали. Играем по профу. Там, блядь, два кота еще било с танком, нахуй. Так, тихо! Ты один был, там я тоже видел, что ты один. Два кота у нас. По-красному играем. Ну, кот там. Это тестер побежал. И перебежали в печеньку. В печеньку перебежали, лечить в этот. Пельмени летят, аккуратно. Да не бегайте вы по лужам, сука, по похапам. Ну, ёб твою ж мать. Измор. Ты их печенька. Дай поводу. Перебежали в квадратик быстрее. Сейчас появится зеленый, играем все по зеленому. Леня, иди бей зеленого. Не в РДД бежать, а бить зеленого. Не беги ты за профом. Сбежались к черепу все, не бейте. Добивайте. Дальше в квадратик бежим. Смотрите, пельмени летят аккуратно. Часть в квадрате, часть в печеньке. Ну, блядь. Ты сказал квадратик. Нет, только... Перебежали теперь в печеньку. На Йоми побежала. Не через пельмени. Не играйте милики по красному. Играем. Стоим в печеньке, играем пока по профом. Все, за профом не бежите, милики. Сейчас появится зеленый, бегите. Перебежали. Квадратик, быстрее. Откинет к РДДшникам, подбегайте, милики. Лёня. Нет, я сюда опасно брать. Не бегите пока, милики, ждите пока выберется, сбегитесь. Теперь бегите. Бейте. Кто опасно? Шнурки выбрали в цель, я, блядь, начал убить. Так, что, после третьего, после красного я буду заряжать полку. По выводу Иннер из Морски и Одноикону. Квадратик встали, ближе к квадратику, в лужу только не заходите, по красному играем. Дальше я долбоёб на колбу забежал. Идите за этим. Заряжаю. Сейчас надо до зелёного убить. Ну не успею.
бьем зеленого, а потом перебьем. Перебежали в квадрате. Первый взрыв под Сейвами. КВРД зона. Плюнул, бейте. Смотрите, пельмени. Ну чё вы стоите? Ну прям пельмени ж летят. Играет впечатлением черепу. Добили. После красного будем переводить. Стоп, по боссу урон! Босса вообще никто не бьет. А вообще абсолютно никто. Смотрите, летят эти пельмени в центр куда-то. Отбегнитесь. Ждем. Шнурки, отбеги. По бахапе бегай. Побежала. Перебери быстрее. Бурстанули. Дайте бурсты. Потом профа сразу. СС и кастуйте. Все, перевели. 1%. Хорошо. Теперь все РДшники в меня останьте. Я пятерку на себя поставил. Петя, будешь первым начать Геру по... Да, Майлику и Вакати СС. Первый даст Майлик. Я забираю босса сразу. Отстала веду по... Да. Похвалан забрал. Ладно, ты. Давай ты. РДшники, станьте культно. Геру дали. Хорошо. Первый диван хики дадите. Писали, проверяйте все. Кучно стойте, это уже срете кто. Назад это слить чуть раздехните. Петя скажет, когда 400 ка будет. Войт, встань кучно с нами. Будешь защирать. Мелики колб. Мелики вперед, перед лицом бейте. Ну, у меня 300 ка сейчас. Четвертый стак, по-моему. Перебежайте назад уже. Диван. Фахит. На диван выйдет. Даю. Вставай, Вадим. Следующий задаст покачать диван. Опа, Хлована. Назад. РДДшники. За печенькой. Двигайтесь. Куть на стойте, джипси. Эмобои. Колбы, милики. Назад отошли, РДДшники. Вот. Молодец, Войт. Стой дальше спереди всех. Кто непонятно стоять в печеньке. Давай, Бакати. Вставай. Давайте Геру еще одну. Приготовьтесь, скоро пельмени отбежали назад, близко к кресту. Ой, блядь, ну что непонятно бегать вместе? Колбы, мелики. Если что, я добиваю. Да, да, ну, добивай. Так есть. Ага. А вот и колба. Оу-е. Пошел. Начисли 200. Не 250 за время еще встроено. Всем? Ну, колба прям по кайфу, да? Здесь можно, я слетаю пару камней, поменяю? Да, иди, там трэш еще все равно. Что ты говоришь начислить? 7 ЕП начислить? Это, Саш, да. Шпух, не роль пока шмот, я сейчас быстро мусор вынесу, подобегу, ладно? Тебя там, Жень, на шамана не буду ролить, окей. Этот, все, накисли там. Еще 50 накисли. Не на кровь? 300, на, а я накрою, на кровь, накрою. На кровь. 300 давать надо. На кровь. Да, еще 50 доначисли. Хорошо, теперь. Ой, бегай вместе и Лене дай тоже минус. Блядь, Лёня, ты задолбал. Чё, блядь? Сейчас за что, блядь? Может, ты, блядь, себе пол... Может, ты пол рейда тогда минусанешь за опасную игру, блядь? Мы не сдохнем, ничего, блядь, не произошло, блядь. Смотри, я тебе уже третий раз сказал, не бей профа. Ты там сколько раз был, то сзади, то сбоку. Там тебя не выпьем, один был, я тебе говорю, пол рейда. Один был.
Я тебе сейчас говорю, что сейчас ты один был. Ты один был. Сейчас. 100%. Да не, если смотреть там, типа, пол рейда под все попадало под колбы, там, под вязкую гадость. Типа. Про что я говорю? Надо как-то, чтобы правила были четкие. Если человек вайпнул, да, то тогда да, отнимать. А если ну ты хочешь ему начислить, то тут действительно, блядь, пол рейда можно начислить. Минус. Сейчас пулишь из морских. 11 раз, 2, 3, кинешь размен. Бля, котика погладить надо. Чё? Повесить. Осторожно. Когда минус 500 дали за вайп, я ни слова не сказал, потому что я вайпнул. Не, сейчас... Ты 50 вайпнул, тебе просто повезло. Просто повезло, что не ты выбрал в качестве цели тебя. Если бы тебя выбрал в качестве цели, ты бы нас опять вайпнул. Как в прошлый раз было бы. Поэтому чисто везение. Обмен макать. В Герри проф интереснее будет, чем в обычке. Сука, ну две колбы, блядь, уже упало. Экстрим не одна. Я же говорю, Саня, по такой же логике можно сказать, что пол рейду повезло, которые типа не умерли там от бомбы, там не умерли еще от чего-то. Лёнь. Понимаешь, что бомба здесь не убивает, а ты бы 100% лайкнул бы, если бы выбрал тебя в качестве цели. Саня, погоди. Как мне родители в детстве говорили, а нам похуй на других, ты за себя отвечай. Нихуя ты сказанула. И Войт, то же самое тебя касается. Сколько раз я тебе сказал бегать вместе, ты вот отбегал назад и просто прямо на пельмень. Лицом. Что непонятного, что бегать вместе? Потом будешь говорить, что ты сбегаешь все-таки, да? Я тут, Саш, давай. Вообще, как бы, про хилов. Ты играл в хилов? Играл. Я играл в ДСС-ника. Мне прохилил рана, которого ты не прохиливал. В лучшем, хуже шмочи, чем ты. И что? Не, я не про рану. Ну так при чем? Ты спросил, ты не такой вопрос задал. Ты спросил, играл ли я хилом. Я тебе ответил, играл. А ран это все интересно. А здесь на профи играл? Какая разница? Ну, чтобы не шел, если ты стоял вместе, она. Ну, сейчас объясни, это... как, почему ты не стоял с нами. Ну вот я объясняю, это привычка с Герой просто. И что с Герой? Какая привычка тут? Привычка? Привычка бегать с Герой. Ну, как, как есть лицом. На этом, на пилоне. Лицом это привычка с Герой. Что-что? Лицом на пельмени привычка с Герой. В Герой точно такая же тактика с пельменем. Все вместе всегда бегают. Не, всегда. Я не про пельмени. Я про то, что вообще позиционка. Блять, еще раз говорю, в Герой точно такая же позиционка. Только Холи Приз бегает в Т-10 между рейдом, он прохиливает массово всех, но ДЦ он может где угодно стоять. Ну вот именно, что где угодно. Вот я и стою. Ну то есть хилами можно стоять. Иногда нужно выбегать, там, прохиливать, когда кто-то красного уводит там на сторону входа. Плюс ко всему, есть такая штука, что хилы на взрыв зеленого не сбегаются. Может, да сейчас рейд, сейчас тебе Саша говорит про третью фазу, когда боссы вели уже. Ну, я стоял возле луж, и что, я неправильно стоял, что ли? Ладно. То же самое, блядь, бесполезно просто. Короче, я себе дал зубы и постоял в этом пельмени, считывал дальше. Еще вопрос. Вопрос, а ты тоже закосячил, вот тебе два в ответ. Я ничего не косячил, я себе дал зубы. Как с ними, блядь, разговаривать, они просто пиздец. Вообще. Так а что ты хочешь? Ты словил пельмень, ты закосячил. Все, это факт. Ты тоже словил пельмень?
Че, отнимем? Я свою в другом трае пельмени. Ну, в этом трае. Ну, отнимай. Не просто. Ну, так мне похер вообще. Так ты реши по итогу. А это ИП. Отнимать всем людям поровну или выбирать кого-то, меня и Эларию, допустим, и нам только отнять. Я тебе сейчас не говорю про отнять ИП. Я тебе говорю, что ты сделал ошибку. Ну, так я тебе говорю про это. Ошибку сделал и ты, и полрейда еще. Если открыть рекаунт и начать смотреть, что там полученный урон. Ну, так все, вопросов не должно быть. Вопросы нет, потому что ну, я тебе сказал, вчера записаться. Сука, ты тупой, кстати, группу. Я тебе говорю, что... Я не понимаю, почему ты переходишь на оскорбление. Я не сдох, дал себе зубы и стоял возле лужи, как и надо стоять. Ладно, забей просто. Ну, просто это ты пиздец. Успокойся, я не знаю, почему ты так ведешь себя. Вот я тебе еще раз говорю, я тебе 10 раз сказал сбежаться, ты единственный, кто не сбежал. Я не мог сбежаться, я нажимал одну кнопку, стоял, дал себе зубы, решил постоять. Почему ты, ну, считаешь, что я прям всегда могу что-то выполнить? Что, давай минус тогда себе за невыполнение команды. Давай минус за невыполнение команды. Будет такой минус, я напишу это в правилах. Сейчас наполнение, да? Ты еще вспомни, когда ты говорил давать гимн на ману, когда у всех фулл мана. Хорошо, я себе вспомню. Это моя ошибка, скажем ну так. Вот, ошибаются все. Тут очень не очень хорошая игра была, как бы, у всего рейда. Все было очень тяжело прохиливать, надо было щиты давать всем. Не знаю, что ты хочешь доказать. Все, иди хуй на лане, давайте повайпаемся. Сейчас поиграем на лане. Дело не в этом. Дело в том, что просто человеку несколько раз повторяли, что он все равно это не делает. Давай потом уже. Давай потом. Когда Гера будет этот проф, там уже, блядь, повеселимся. Подожди, стоп. В смысле похуй? Вот ну, будет такая убили? Хуйня. Не, ну убили. Типа, как мое мнение. Дело не в этом. Смотри. Дело не в этом. Ты хочешь, чтобы тебя слушали и все, типа, выполняли. Все равно. Да не, ну реально убили, тяжело убили. Было. Реально тяжело было. Ну, типа. О, лучше Ерари объясните, типа, блядь, что отбегать надо. Сейчас бы тоже вайпнулись, типа, блядь. Было, а было он говорит, тяжело. Типа, блядь, ну меня не выбрало, и мне похуй, типа, блядь. А до этого выбрало и вайпнулся. И говорит, и че, я не один там был, хотя один был. Кройте. Я тебя вот предупредил. Будешь делать все так, будет минус. На этом сказано. Меня уже заебало. Тебе кучу раз повторять, ты единственный. 10 раз при том, что сказал. Три тысячи на Йоми. Раз, два, три. Кидай мне. Так я тут. Смотрите, апокалипсис. Я сейчас ему отниму вакансию на. Полторы тысячи в раз, раз, два, три. Кидай обмен в раз. Смотрите, апокалипсис. Потом 11 тысяч снял. Макать. Ага. За колбу, да? За колбу. Угу. Ну, принимай апокалипсис. Ярослав.
Дайте обмен за флажками. Тона 3. Кого я держу на фласке? Это бомжа нема. Плачь. Сейчас у меня сопротов нет. Вроде мне на гильдии. Шучу, не мне деньги. Мне нужны твои деньги. По-моему, Сацуна ДДшная фласка. Он АФК. Первое зеркало лутаю, потом первый укус, а потом всех кусаю. Меня нужно будет жестко прохиливать, я буду под сапротом. Если слишком тяжко будет, то придется идти на Гильдонос чарку брать. Тьму вроде. Нормально, значит, тебе будет. Зубы со старта закинем. Зубы со старта закинем, типа тебе. И на пол, да, по хике надо? Нет. Нет? Не, на пол можно сминовать. Смотрите. Мы идем так, втроем. Я с первым танком заходим, на меня вешается зеркало, я пиздюлину одну получаю и отбегаю оттуда, на второго танка вешается зеркало. Все. Дальше я врываюсь в босса, агрогенерация на третье место, и просто все сразу не въезжайте, пока укус не дастся. И все. Сейчас еще раз объясню, потому что Леня нихуя не понял 100%. Не только он. Саша, респонды, можно меня кусать последнего самого, потому что у меня вуду нету, и я хуй на кого укушу. Ник. Ренессанс. Да, это я ограниченный такой. А то там в панике все друг друга кусать будут, так что. Я готов начать на присутствие из них. Тебе бы тогда есть какую фласку? Господашки? Мы в кучке стоим. Да, в куче будем стоять. Женя, авокадо, ты в танка прыгай. Ребят, танки, поднимите босса, пожалуйста, туда к стенке, подальше, чтобы было людям проще разбегать. Угу. Кидайте обмен за сапротом. Что, тут все под сапротами? Нет. Печа и танк. Кому за сапротом снаряды прослушал? Вот я там написал в этот в чат ники людей, которые не ошиблись на последнем трайве на профи. Ни разу не ошиблись. Все остальные косячили. Самое имя нех, у меня ЕП давать. Где ты написал? Ну, он в чат. Бладравин, Сацуны, Враска, Джипси, Мобой. А с чего это исходило? Фон, типа, пельмени? Ну, ни пельмени, ни колбы не словили эти люди. Все остальные словили. А я? Как у тебя ник? Похвала. Значит, колбу кто-то взорвал, она на тебя повешалась. На мне не было дебаф ни разу. Сейчас посмотрю. На третьей фазе почти вся миллизон колбу. Ладно, все, короче. Не суть. А, ну да, ты никому тоже. Ничего не снял. Дальше. Смотрите, сейчас бежит Петя, Вакати и Пахлаван. Получается, Пахлаван и Петя, Пахлаван танчит, Петя должен свалить зеркало. Босса никто не бьет. Ну, как бы можете бить, но не бурсите. То есть вы должны очень слабо бить, чтобы Петя был по ДПС у топки. На него повесил соукус. Потом скажет Пете, когда в Акате поменять тебя. Ну, зеркало. Буквально 3 секунды. Да я увижу. Ну, скажет. Смотрите за огром своим, поэтому вообще никто не бурстит. Просто автоатаками бейте, не жмите обилки и РДДшники один каз закинули, стоите, видите. Потому что первый укус должен 100% забрать Петя. Если он не забирает, мы сразу можем лайпаться. Все, и все остальные стоим под жопой. Также Войт, ты сразу со старта закинешь Петю зубы. Где-то через секунду боя. Полторы. Все, готовность. Встаньте все в меня. На себя сейчас печеньку поставил.
кроме трех людей. Вот крест еще. Это на взлетку и квадрат. Все, мы бежим все в печеньке. Только три человека вместе бегут. Все остальные в печеньке. Припоты можете не пить первые. И шары себе, давай. Подожди, дай ему шары с тебя. Все, забирай. Забирай. Подошли близко всех к жопе, кроме хантов. Смотрите, не ставить. Блять, ну вы чё? Все, хорошо. Так я с Наполом. Мань, молодец, парень. Все, теперь можете бить, как били. Тени. У меня ДБМ не работает. Говорите. Маша, побежал. Давай, я буду. Так, Будрэйвен, ты где, блин? Давай, снурки укусит. Потом FDK. А шнурки меня укусит. Маша, подбеги. Хорошо. Так, Будрэйвена можно укусить, он не в демоне. Тяни 3 секунды. Опа, вот убежал. Смотрите, аккуратно справа плохо разлил, очень плохо. Шнурки кусаешь. Женя, ты кусишь меня, который шнурки. Женя, мы с тобой в крестике встретимся. Петя, ты укусишь, давай Апокала, встретитесь в квадратике. Ой, побежал. Молодец. Правда, мега хуёво сделали. Насколько это возможно, хуёво сделать. Подвигайтесь. Женя, будем не в квадратике встречаться, так как там... Я тебя не люблю. Хуёво. Да, я буду близко возле квадратика, где тебя найду. Дата-тестер побежал. Блин. Все, разбежались уже, быстрее побежали, потому что херовое оружие разлили. Женя, вон возле тебя, только не бегай пока возле меня, до укуса. Гелий нажми и на Йоми. Я тоже нажал. Молодец. Ничего страшного. Блять, я думаю, что Петя дальше. Мной бегает. Дальше все сбежались. Смотрите, через лужи не бегите. Скоро пак будет, потом тень. Изморский повой. Изморский повой. Клинок побежал, клинок. Да не разливайте вы так кончено лужи в центре. Ё-моё, ну что? Да, она пропадет из-за этого. Кого кусать, Саня? Так, ты укусишь Эмобоя, я укушу FDK. FDK и Медизонска, кстати. Ну, шнурки упали, тогда Ренессанса укусит, хорошо? Ренессанса нельзя, Ренессанса не кусайте. А кого мне кусать тогда? Майлика, Майлика, давай, вот побежал, вот побежала. Нет. Да, это вы уже пипец поразбивали. Подожди, Даня, пока. Изморский, да, Игнер, по войду? Да, может, по войду, а Маша по скибиди. По скибиди. Пацаны, побежал. Кого ты начал жить? Враска... Эрария, Эмобой, Ренессанс, Враска, Мистер Бонд, вот эти все люди не укушены. Эмобой укушен. Враска укуш. Эларию включу. Ой, вкусил. Полинор не короче, я буду. Гимны. На Йоми укуши. Я Мистер Бонд укушал. Морский Явку. Так, давайте Геру. Бодрый. Все, грустим. Без морского убейся. М-
Макс, побыстрее по нему. Лайт, может. Ребас ничего из черных гер дачи. Можно его будет кусить, можно Сацуна он у Полинора кусать. Ренессанс еще можно кусить бета-тестера, вот этих людей. Он у Полинор Сацуны. Вот, нажми гимномана, если нет. Сацуна. Пошел. А, перестал уже. Папахапа еще не укушен. Гужу папахапа. Я бета-тестера кучу, Майлика еще тоже никто не кусил. Папахапа. Полинора можно, Войда укусить можно. Ты потрогай в сайте. А где вы все, Ловиды всякие? Мансфир дал. А они уже, они чё, тоже вампирами стали всех, кого хотели. 8% хп у босса, это у нас ДПС вообще говно. Ага. У него... Да, это очень мало, точнее много осталось. Заходи до Ксион в рейд. Далее. Далее Гмур тоже зайдет. Так, не вставать, не вставать, Амдасар, не вставать. Я специально назад сразу подключил. Так, сейчас посмотрим, кто меньше дамажит, кто и пойдет. Буду тусить. Что там? Штарбон, папа-хапа, папа-хапа, X-фрик. Значит, X-морский для БР останется. Папа-хапа и X-фрик пока на замену пойдут. Там, по-моему, есть такая фигня, чтобы больше ДПС отдать. Надо, короче, чтобы РТДшник словил. И второй, вот он укус, вот ты первый словил укус, передал Пете. И тогда к Берсе он как да. бы сделает квест. Лучше да, так, смотри. Потом... Смотри, смотри, у нас 6 укусов происходит, поэтому первый укус и второй я даже могу не взять. Но лучше второй укус взять мне. Я тогда по мелизоне буду раздавать. Я а... укус тогда. Надо чтобы зеркало удануть, чтобы на мне дебаф появился. После того, как я укусы эти все сделаю, дебаф с меня спадает. Укусы надо на РДДшников давать, потому что милики 30 секунд или 25 там не бьют на взлетке. То есть 0 ДПС. Все, окей, давай так и сделаем. Но X-Freak пока улети, и Папахапа тоже. Всего на место него, заходите. Что там, Эвелой Линкони, что с этого трая с абсорбом? Петь, ты потом тогда Галю укусишь, я укушу Дексиону. Пойдем да, там по РД. Так, тут? Заходите в рейд. Так, а что я себя не вижу? Иерария. А, я в рейд иду? Да, сейчас. Да, сейчас засмотрим. А что такие со там? Ой, я наелся как собака, не поверишь. Да, не тут. Только с женой домой зашли.